Дорогие друзья, детская школа искусств объявляет набор детей на 2020-2021 учебный год. Одним из старейших отделений в школе является отделение народных инструментов – домра, балалайка, баян, аккордеон, гитара. На отделении работают творческие, высококвалифицированные преподаватели, фанаты своего дела. Выпускники отделения продолжают свое профессиональное обучение в лучших учебных заведениях страны. Учащиеся народного отделения становятся победителями конкурсов различного уровня. На отделении существует оркестр русских народных инструментов, без которого не проходит ни один концерт. В этом учебном году на отделении появился еще один творческий коллектив – оркестр гитаристов «Тутти». Если вы хотите освоить народные инструменты, стать участником оркестра или ансамбля, приходите к нам учиться.